Це смакуємо. Про них кажуть, що це найміцніша пара вітчизняного шоу-бізнесу. Вони всюди разом, на роботі, вдома, на відпочинку. І на питання, а як ви відпочиваєте один від одного, прозвучала відповідь. На кухні відпочиваємо. Саме тому сьогодні в нас в гостях один з найвідоміших українських продюсерів Ігор Ліхута. Здрасте, здрасте. Пане Ігорю. Засос до самого пищевода. Саме так ми завжди вітаємося з Ігорем. Називаємо недавно пане Ігорю, пане Юрію. Пане Юрію, септо. Так от, коли інколи хочеться чогось домашнього, і Таїсія повелі поспить трошки довше на годинку, ніж завжди, на кухні Ігор Ліхута. І сьогодні ми будемо готувати страву, яку можна назвати як... Ну, взагалі, така маленька предістория. У нас вдома два хазяїна. Если хозяйки, хозяина на кухне. Это теща Нина Даниловна, тайна мама, которая, так сказать, берегиня, она хранит продукты от меня. И традиции. Да, и традиции. Прекрасно готовит. Естественно, в Киеве я не готовлю. Иногда мясо там на кости, там такое, то, что практически готовит каждый на мужчина. На гриле. На гриле, да. На улице. На улице, да. А что касается, например, вот когда мы в Москве, там на гастролях, на съемках, у нас есть съемная квартира. И вот там уже я дорываюсь. Там уже та вообще не притрагивается ни к чему, только иногда сделает кофе. Там ключи от холодильника в тайбе. Да, у меня в кармашке заминирован. Вот, и поэтому там я готовлю. И утренний такой вкусный омлет, который я называю омлет по-кавказски, я хочу предложить нашим телезрителям. Омлет по-кавказски від Ігоря Ліхути. Ми сьогодні будемо пробувати. Я думаю, що це буде не просто банально, знаєте, на сковородку наша фірмова, наша гордость. Та вообще. Що це буде просто розбиті яйця, знаєте, підсмажувати. Це будуть не банально розбиті яйця. Це будуть талантливо розбиті яйця. Тому що ви знаєте, що Ігор Ліхута талановита людина. Це людина, яка починала шоу-бізнес дуже давно. Починаючи, от скажи, як ти умудрявся ще вчитися у Глієра на барабанщика, вже заробляти в ресторанах, сидіти лабат, а воно і не дивно, знаєте, в три рази більша зарплата, ніж у будь-якого інженера. Так я тебе розказую. Цілий день вільний, ввечері пограв. У нас тоді, це були 80-ті роки, у нас зарплата була 110 рублей. Офіційно. Офіційно. Ми раз в місяць, іноді навіть забували її приходити отримати. Ну, коли я мальчикам, там, условно говоря, в 22-23 роки, пацан, я зарабатывал 300 рублей в месяц. Это были деньги, почти такие деньги, как зарабатывали шахтеры или люди на севере. Но работали мы не как шахтеры. Работали мы по вечерам в ресторане. Поэтому часто, когда говорят о Советском Союзе, что это было все плохо, все неправильно, я иногда думаю, что на самом деле, конечно, там было очень много плохого, но больше все-таки было хорошего. Это потому что некоторые хорошо устраивались. Я просто играл на барабанах. Вот. Какой кавказский продукт, вообще омлет какой, да, обойдется без помидоров, без лука. Поэтому, естественно, у нас называется омлет по-кавказски, и обязательно туда войдет и помидор, и лук, и даже, ну, как и вариант. Даже яйца. И даже яйца. Мы решили еще в омлет добавить яйца. Это оригинальный рецепт от Игоря Ліхути. Значит, что касается... Кипяточка. Что касается кипяточка, мы сейчас бросаем туда целый помидорчик. Давай не бросаем, давай мы его на ложечке упустим. Да, ну я в том плане, что опустим в кастрюлю помидорчик. Потому что именно в кипятке от помидорчика легко отойдет кожура. Да. И мы тогда ее легонечко снимем, и уже помидорчик будем тогда резать. Резать будем. И мы сейчас помидорчик... Так, можно выключать, да, водичку? А нам одного выстачить? Конечно. Да? Посмотри, какой большой, естественно. Так, значит, снимаем. Первое, что мы делаем. Первое, что мы делаем, мы режем лук. Мало того, що я вже дістав яйця з холодильника, і вони тепер тут жаряться. Ну, як навчила мене любима теща Ніна Даниловна, для того, щоб лук, так сказать, да, не тек глазами, треба обов'язково намочити його в холодній воді. І лучок. В цю фішку вірять всі, люди, не допомагає. Да. Можеш холодну воду запхати навіть весь урожай. І ножик, ножик, ножик. Значить, Юра, мені говорить, що потрясающе режеш лук. Это правда. Да? Да? Потому что я для тебя намочил. Опа! Замочил, у него свой любимый нож. Нож. Ого! Ого! Это серьезная история. Просто завжди, коли... дамы и господа. Исполняется не впервые. Во-первых, не впервые. Если кому-то надо под Новый год нарезать салат, в который входит лук,
репчатый. Я вам дам потом, в конце увидите бегущей строкой телефон мобильный Юрия Горбунова. Звоните, поверьте мне, режет фантастика. Гонорар ты там будешь указывать? А это уже потом. А ты как продюсер выступаешь? Алло. Начинается. Это 20% за гонорар. Какие 20? Да Игорь! Что за кабала? Кабала ты моя, кабала. Це зв'яжись з продюсерами, це суцільний жах. Вони чого приглашать. Ви знаєте, не даремно все-таки в свій час Таїсія Павлій закохалася в Ліхуту. Тому що на той час, ну, наскільки я знаю, коли вони познайомились, Ігор не сподобався Таї. Самоувірений, музикант, наглий, приїхав з Польщі. Мало того, в красному світрі. Ну як можна в красному світрі понравиться? Це в красному світрі, але в нього ще був титул «Міс еротики містер». Містер? Откуда ты знаешь такие подробности? Мистер эротики Польши. Вы понимаете? Ну, на самом деле, в Польше я работал музыкантом в ночном клубе. Ночной клуб назывался «Джокер». Именно в «Джокере» в Сопоте проходил конкурс «Мистер эротики и танцев». Ну, да, что такое? Алло! Своего рода это так называемый мужской стриптиз. И там был, кстати, очень сумасшедший... Скажи мне, а чего ты пишешь? А я тебе рассказываю, ты же не даешь, ты все время просто... Я просто за язык, вот, не даешь слова оставить. На самом деле ситуация была очень простая. Ситуация заключалась в том, что там был очень большой призовой фонд. На то время это было за первое место, по-моему, 2 миллиона, хотел сказать, евро. Польских злотых. Злотых, да. Вот. А второе место – миллион, и третье – мотороллер Honda. Алло. Вот. Но суть не в этом. Суть заключалась в другом. Суть заключалась в том, что у меня были определенные финансовые долги. Там. Ну, в Украине? Нет, не в Украине, там? А там, да. А там-то серьезнейшее. Вот. И мне мои музыканты сказали, говорят, слушай, давай иди спокойно себе там это самое... Там... А что надо было показывать? Ну, это стриптиз, Юрий. Это был стриптиз. И история заключалась... А слабо вот сейчас? Нет, сейчас слабо. Сейчас не слабо, я переживаю за зрителей. Вот. На самом деле было 17 конкурсантов. Все поляки, крім тебе. 16 было поляков, и один был Игорь с Киева. Игорь с Киева был, из Звенска Родицкого. Класс. Да, и я на голову выбил 100 грамм водки. Да ладно? Да, со льдом. И под «Hey, Распутин, Russian Crazy Love Machine» пошел устраивать истерику. Причем там было это настолько интересно, это было, значит, барные стойки, за которыми работали, как мы с тобой, бармены, между ними был вот такой проход. Вот такая стойка была одна, и такая стойка, и остров с рурой, с трубой. На которой... на руру лазил? На руру, там по полной программе. Ну, я штерю, накатил и все. Перепрыгнул через стойку, а я работал в этом клубе музыкантом, и там две девушки, они опускали лампы, люстры были на пружинах, и каждая, значит, обнимала ногой эту лампу и с ней танцевала. Ну мы ж советские ребята, нам одной лампы мало. Я взял две лампы, сразу опустил, зажал ногами. И там какое-то замыкание произошло. Они как лупанули, взорвались эти лампы. Люди были в шоке. Спецэффекты пошли. Уже в то время... Игорь Скиёв. По-нашему, версона. Короче, лупануло так. Я перепрыгнул и подбежал к председателю жюри. Я не знал. Начал перед ней танцевать. Там, ну, женщины все были членами жюри. В итоге второе место, первое, тогда уже была коррупция, первое место отдали мальчику, который был сыном председателя жюри. Тебя засудили? Тебя? Засудили. После люстр это могло быть первое место. Алло, со спецэффектами, за мои деньги. Потом ремонтировался люстры. Нет, ну на самом деле это было весело. После этого ко мне подошел представитель польско-скандинавского эротического журнала «Кэтс». В начале 90-х обложку. Его сейчас не было, нет, предложили сняться в эротических сценах. Я сказал, как вам не стыдно, я же комсомолец. Вот, ну и я, так сказать, отказался. Так, что мы еще нарезаем? Значит, мы нарезаем уже все, но мы нарезали, хватит. Чи може пан то уже трохи броїч? Для того, щоб все було в порядку, треба, але дві хвилини почекати. Dobrze. Na te jaja, dobrze? Dobrze. No dziękuję bardzo, dziękuję uprzejmie, no. Pan będzie czekać. Ale można, nie, już można, da, Jureczko, ty praw, my możemy zbiwać, da. Możemy zbiwać, потому что... Sam, słuchaj, może jeszcze, jest jeszcze яйцо? Da. Давай добавим еще, потому что коробка большая. Давай еще два кинем. Коллектив, на самом деле, действительно, здесь большой. Стоят две голодные девушки, смотрят голодными глазами. Я не могу, мы им дадим первыми. А я не знаю, они есть ли хотят, что они хотят? Они тут работают. А, да? Да. Подождите, мы не закончим. Вот, и мы сейчас сделаем, на самом деле, вот помидор и лук
Лук надо хорошо прожарить, но до золотистой корочки, чтобы он не очень темный, чтобы он все-таки не был пережаренный. Лук, он дает вместе с помидором, помидор дает такую легенькую кислиночку, а лучок, цибулька, прожаренная до золотистой корочки, она дает именно сладость. Вот эти гурманы. Ой. Ну давай, давай. Ну вот это не надо сразу. Ой, давай, ой, у вишневому, давай. Ой, у вишневому саду, там соленько щебета, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Ну, короче, где-то так, да. Сорвали аплодисменты. Конечно, сорвали, попробуй. Что, не похлопали, не поели. Тут же все очень просто. Мы сюда сливки добавили? Нет. Нет, мы добавляем сюда сливки. Вершки. Вершки. Лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Синьоре Мирошниченко. Вершки. Значит, так. Мы, учитывая, что, сказать, можно или молоко, или сливки, просто если омлет должен быть сытный, сытный омлет, то обязательно надо добавить сливочки. Ну, сытный. Во-первых, пышность. Во-вторых, во-вторых, это красиво. Это во-первых. Да. Ну, во-первых, да. Добавлять. Все. Все. Еще. Молодец. Вот он и профессионал. Все на око. На око. Да, значит, во-первых, я люблю, чтобы порядок был. На кухне должно быть чистенько. Я вот протираю. Все, можно поками с ней мешать. Теперь мы берем, добавляем. Оно. Перчик пошел, перчоночек наш. Значит, теперь солеподобность. Вообще соль. А у нас есть соль рассыпная вот такая? Я вот так насыплю. Нет, да? Давай так. Я тоже такое люблю. Я, честно говоря, не люблю. Вот, я люблю вот как теща, как мама моя. Мы, знаешь, мы повара. Справжние повара. Да, мы любим вот так вот, знаешь, чтобы вот чувствовалось, что ты крупную соль, кстати, да, вот все. Мы думаем, что соли достаточно будет. Ще трохи я перемешаю. Ну да, септо. Ігор, скажи, от ви коли десь з гастролей повертаєтеся і дзвоните додому, і мама питає, от що вам приготувати до приїзду? Ну, во-первых, вона не питає, вона вже знає. Ні, вона говорить, значить так, я вам приготувала борщ. Так, ну вона не питає. Ні, це конкретна штука, бо, ребята, я скажу чесно, тільки нікому не говорить. Значит, на Тане я женился только из-за тещи. Теща Таня готовит борщ, она чемпион мира по борщу. Она такой борщ делает, это просто... К нам приезжают когда друзья из-за границы, когда приезжают из России, из Москвы. Коля Басков, Стас Михайлов, Филипп у нас был дома. Кстати, с Филиппом у нас была довольно такая смешная... Мне нравится слово «казуистика». Новое украинское слово, это такой выпадок, да? Ну, я приготовил мясо, там все. Он говорит, а есть у вас чипсы, там картошка жареная? Я говорю, у меня нет. Говорит, ну ты посиди, я сейчас быстро в Биллу смотаюсь на окружной. Сейчас быстро. Он говорит, так я с тобой поеду. Я говорю, Филипп, ты с ума сошел? Ну представь себе, ты в Билле на окружной куда? А прикольно. Он говорит, да, нормально. Мы сели в машину, он поехал со мной. Мы ходим там, взяли там чипсы, картошечку жареную, там фри и так далее. И я смотрю... Стоят два чувака, они челюсть отвисла. Один другому говорит... Смотри, чувак похож на... Не, говорит, посмотри, говорит, Лихута. Лихута с Киркоровым. С чуваком похожим на Киркорова. Да, говорит, Лихута с Киркоровым. Говорит, ну ты, говорит... Говорит, какой Киркоров? Сам подумай, Киркоров на окружной в Билле. Оливковое. Да. Ребята, масло, посмотрите, какой цвет. Посмотрите, какой цвет. Я вам хочу сказать, что здесь, в этой программе, именно в этой программе на продукты денег не жалеют. Их не так много. Бюджеты ограничены, но продукты все очень хорошие. Да как и гости. Как и гости. Красиво наливаем оливковое масло. Оно куртуазненько. Пошло. Смотрите, оливочка пошла. Сковородка просто. Я такую сковородку, честно говоря, нигде не видел. Це, Игорь, раскопки были в Киевской области. Да, раскопочки были. Первые люди позавышали. Значит, пошло масло. Мы в это масло, сначала у нас пошла цибулька. Юра, давай, предоставляем вам право первому. Первой, так сказать, кухонной ночи. Я справлюсь с заданием. Да. Ну что? О! И звучок, вот этот звучок, да? А что рукой? Оно хватает, обязательно. Да. Я вам хочу сказать, что я когда готовлю мясо на костре, да,
Я всегда его переворачиваю руками. Это многие щипцами. Я ж его... Мясо получается вкусным или невкусным. Почему? Как ты его любишь? Душу вкладываешь. Душу, да. Вот эмоции. И тогда рукой. Ничего, немножко где-то... Ну, лук я переворачиваю. Ну, ручки, ну. Да, лук я не буду рукой переворачивать. Мы вот так его, да. Вот сейчас смотри, как он пошел, да? Ну, деревянный. Ну, красота пошла, да. Теперь дай я, чтобы я все-таки тоже... Давай, давай. Немножко типа мешаю. Но я тебе хочу сказать, что уже может идти помидор. Ігор, ти був на відкритті нового стадіону. Як? Буде нам перед Європою не соромно за такий стадіон? Я думаю, що перед відкриттям буде не стидно. На самом деле, громадина, время, к сожалению, очень мало было для того, чтобы сделать то, что мы хотели бы видеть в идеале. Но я уверен, что все недочеты... Так подвиг, по-моему, совершенно. Я думаю, что подвиг. Я думаю, что на самом деле все недочеты. Да я помешаю же. На самом деле... Две хозяйки на кухне? Это ужас. Хозяиновый ты. Вот. На самом деле, я уверен, что все недочеты, которые были, они обязательно будут исправлены. Как говорится, дайте время. Поэтому придет время. Вот уже 11 ноября будет наша сборная играть со сборной Германии. Я думаю, что уже многие люди, которые придут на стадион, уже многие этот стадион не узнают. А вот скажите мне, как можно людину, яка народилася 11 квітня 1961 року, а 12 квітня Юрій Гагарін полетів в космос цей рік, як можна було людину назвати Ігорем, а не Юрою? Я тебе розказую. Я этот вопрос часто задавал моей маме. Да? Да. Мама говорит, ты представляешь, я лежу в больнице, то есть... Там левая грудь, правая грудь, да, приходят журналисты, вот, а как вы назовете, тут же ж Гагарин полетел, а на... Юрий Фалеса, мы с ним родились в один день, да? Практически, да, 11-го, 12-го, ну и я чуть Юрий. Старше, он Юрий, потому что Гагарин. А я Игорь, потому что лихут. А мама говорит, говорит, а я, говорит, хочу Игоря. Вот назло, вот так хочу. Мене назвали Ігор, тому що я народився під час Олімпійських ігор. Ігор, да. А мене звати Свєта, бо я народилась Свєта. На Великій Свєта. Ну що, ну, я думаю, що ще буквально пару секунд. І ми можемо вже... Так, да, у нас помідорчик пішов, він перекрив лучок, він дає кислинку, а лучок дає іменно сладость. Юра, готовся. Погнали. Приготовились. І залив, тільки круговий залив, круговий. Три... Два, один! Ну, напшуй! Ай, хорошо! Как она сразу, а? Чувствуешь? У нас, кстати, если бы была крышка, я еще очень люблю, вот когда... Чтобы оно трошечки... Обязательно перемешать надо, во-первых. Ты разумеешь, на этой кухне может быть все, что угодно, навіть крышка. Тому... Крышка, я хочу, чтобы оно чуть-чуть как бы, как в духовочке припарилось, обязательно. Чуть-чуть, надо. Чуть-чуть. О! Вот оно, вот оно. Нема крышечки. Нема крышечки, да? Дуже велика сковородочка. В нас є, знаєш, кушать подано, сер. О, а, вот тут давай, давай вот эту попробуем. Вот так, о, все. Вот оно, вот оно. Прирожденная крышка. А вот, коли в тебе буде вільний час, можна буде цю дырочку просверлити і зробити. Ну, кстати, хорошая фишка, надо будет по себе подумать над этим. Мне надо буквально, ну... 30-40 секунд, чтобы оно внутри, чтобы оно пропиталось воздухом горячим. 10, 11. Первый мужчина. Как звали первого мужчину? Она, Валера? Да ты что? Неужели? Все. И вы еще при этом зарабатываете? Мы не зарабатываем, но в долги не влазим. Кетчуп «Щедро» с цільними спеціями. Смакуй «Щедро». Вот видишь, вот, вот уже он, вот он уже родной. Бачишь, ты по звичці делаешь для себя и для Тарі. Привычка, да. Понимаешь, на две половинки. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так что давай. И вы еще при этом зарабатываете? Мы не зарабатываем, но в долги не влазим. Ладно, я на четыре порции. На четыре, то есть одна порция на восемь человек. Ну да, такое утро вышло, не сытое.
показываем на камеру крупного плана. Я постараюсь приподнять, если не использую вот так вот. Посмотрите, вот у нас какой омлет по-кавказски. Это лучок, помидоры, яйца, соль, перец и оливковое масло. Короче говоря, вот этот омлет, я, конечно, знаете, может быть, кто-то хотел увидеть что-то эдакое, какое-то там каре, телятины фаршированные, так сказать, с белым грибом, запеченным в соусе, там, пардерфлю. И немножко черной икры рядом. Ну, черной икры, да. Да. Но мы пришли сюда не есть, а мы пришли сюда общаться. На самом деле, это место, кухня, знаете, как раньше говорили, а вот на кухнях говорили о том-то, о том-то, о том-то. Потому что, на самом деле, когда человек немножко ест, когда немножко общается, когда немножко, Юра, я сколько раз говорю, выпивает. Кстати, а у нас, кстати, есть... по поводу немножко выпивает. Да. Да ты что? Неужели? Все. Значит, и по поводу анекдотов. Значит, рассказывать анекдоты при Горбунове, друзья мои, это очень неблагодарно. Это все равно, что учить цыгана ездить на лошади или играть на гитаре. Вот Лихута якраз відрізняється від багатьох людей тим, що в нього анекдоти свіжі є. Ну, вот ті, яких ти ще не знаєш. Анекдоти є свіжі. Один анекдот я розкажу, наверное, не свіжий. Юра, надо переворачивать уже или нет? Ну, я би переворачував, ну, якщо ти не перевернеш. Красивенько, не переверну. Старий анекдот, но он мне безумно нравится, когда девочка, тормоз, такая немножко приторможенная, сдает экзамен. А давай не перевертати, Игорь. Не, надо. А для чего? Да, ну хорошо. Значит, на филологический факультет университета преподавателя Игорь, тяните билет. Он говорит, какой билет? Он говорит, да любой билет тяните. Он говорит, я не знаю, какой билет. Да господи, любой билет берите. Ну я не знаю, какой билет. Господи, нате вам билет. Что у вас в билете? В каком? Ну, который вы вытянули. Говорит, я не знаю. Ну в билете что у вас? Говорит, я не знаю. Дайте сюда. Каких вы знаете польских поэтов? Он говорит, я не знаю польских поэтов. Вы польских поэтов не знаете? Не знаю. И Мицкевича вы не знаете? Ну, Мицкевича я знаю. А как звали Мицкевича? Он говорит, я не помню. Ну, Мицкевича как звали? Ну! Он говорит, я не помню. Говорит, ладно, я вам помогу. Первый мужчина. Ну, первый мужчина. Как она звали первого мужчину? Она, Валера? Да, то есть вот такая история. И еще один старый, Юра тоже его знает. С Юрой вчера анекдот рассказать, это бесполезно. Чего? Я вот тебе помог, как раз. Помог, слава богу, да. В советское время секретарь парторганизации вызывает своего заместителя, говорит, во вторник партсобрание, напиши объявление. Тот говорит, а как правильно, вторник или вторник? Секретарь говорит, ты знаешь, я не помню, посмотри. Посмотри. Ну, в словаре, говорит, я просто не помню. Приходит на следующий день, висит громадное объявление. В среду в 16:00 партсобрание явится на день раньше. Он говорит, ты что, идиот, что ты написал? Тут, представляешь, я говорю, смотрю, в словарь все есть. Фуфло, фуфайка, фляга. Вторника нет. Да. Поэтому, если я так и не поняла, мы как не правильно писать, да. Ирак или Иран. Поэтому мы не будем ждать, а будем кушать. Я предлагаю брать тарелки и все-таки, и как правильно, правильно, налаживать или накладывать. И будем налаживать отношения, накладывая омлет. По-кавказски. А, посмотри, какой красавец. Ну, а для того, чтобы приготовить такую страву, нам потребно. Мы взяли 6 яиц. Сначала отдельно перемешали яйца, потом добавили сливки. Сливок, да, должно быть немного, но и немало. Посолили, поперчили. Посолили, поперчили на вкус. Порезали лучок, очень мелко порезали лучок. Сначала бросили помидор красный в кипяток, сняли с него легонечко шкурку, тоже мелко порезали. Разогрели сковородку, налили оливковое масло. Потом туда бросили лук. Буквально за пару минут он покрылся золотистой корочкой. После этого мы добавили туда помидор порезанный, перемешали это все хорошенько. И густо, не жалея, не оставляя, залили вот этой смесью яйца с солью, с перцем и со сливками. Мы нашли то, что у нас было под рукой, накрыли, оно трошки все попало. Я хотел там посадить туда, честно говоря, Юру, но я не дал. Я, во-первых, не дал, во-вторых, я не настолько физически силен. Смачно было. Ну что? Додаємо до нашої страви пікантного вогню. Гостра домашня гірчиця зігріє не тільки тіло, але й душу. Смакуй щедро. Давай, давай, да, давай, давай, давай. Що ти там читав? Ой, какая горчица. Ай-яй-яй-яй, ічки-то. А хлебушком, хлебушком. Вот так, ми красивенько, смотри. Вот так. Зразу глаза такі. Ох ці. Крепка. Классная горчица такая. О! Да. Юра, я предлагаю забрать тарелки и пойти в другую комнату. Как люди. Нет, давай мы это все в кадре закинчим.
пане Ігорю. Пане Ігорю. Та ти вклали душу? Чудово. Хорошенько, да? Це дуже смачно. Абсолютно ні горько, ні кисло, ні сладко. От яка треба. Ігорю, треба ще побажання всім нашим ранковим глядачам зробити. Да. Красиво, з келихом вина. Согласний. Ну, как говорит прекрасный артист, великолепный человек и очень близкий мой друг Богдан Бенюк, я хочу выпить. Он не может так сказать. Послушай. Я хочу выпить. Не, ну, добре. Я кажу, народный артист Украины, славетный, фантастичный Богдан Бенюк. Я хочу выпить. Ну, это, власне, все, что я хотел сказать. Дай Боже всем здоровья, хай живе Украина, и мы разом с нею. От бачиш? Ну давай. Нашою мовою. Нашою соловіною. Я завжди лихоті кажу після того, як він розмовляє російською. Як ти потім таю будеш цілувати тими губами? Вона отворачується. Ну от бачиш. Розмовляє українською. Чудово. Ігор Ліхута був у нас гостем. Ігорюче, дякую. Дякую. І таєш вітання. Як бачите, талановитий продюсер може не тільки спродюсувати геніальну співачку, але навіть і сніданок. Тому смакуйте, і нехай у вас в житті все буде добре. Рівно за тиждень на 1+1 смакуємо, не пропустіть.